Постиралась моя штора. Господи, кто так скомкал, как из задницы. Постиралась штора, давайте посмотрим. Мне девушка пишет: Оля, а вы не пробовали в машинке стирать? Конечно, пробовала, но только перед тем, как ее закинуть в машинку, я ее все равно замачиваю. Все равно какая-то темноватая, мне не нравится. Может, это она уже старая, надо бы ее обновить. Ну, каждый раз. Мне сказали в Икею, друзья мои, я не готова ехать в Икею ради шторы в ванной. Пусть висит, пока вообще не развалится у меня здесь окончательно. Зато порошком так классно пахнет. Ну, конечно, посветлее, посимпатичнее, свеженькое. А я еще босс добавила при стирке. Может, он еще свою роль сыграл. Когда в машинку закидывала, вообще было не очень. Вот эта вот белизна, которую я вам показала сегодня, фаршивая, вообще ничего не отбеливает. Хоть я и в горячей воде, причем даже знаете, что в машинке я поставила режим, где 90 градусов она стирает. 90. Вы представляете? Ну, считай, кипятит. И все равно она не сработала. С персолью получше бывает. Видите, желтые края. Вот, сравните. Белые, желтые. Есть вопросы у кого-нибудь, почему я ее не погладила? Мне с этой глажкой, знаете, запарили дырку, видели? Я говорю, она уже скоро развалится. Вот когда вот эта вот верхушка только останется, ой, туда, вот сюда, верхушка останется, все остальное отвалится, тогда и заменю. Пусть висит. Виталь, все, штору повесила. Спасибо. Ждет, пока купаться. Без шторы же никак. У меня хлеб там, видите, какой уже случился. Вам видно? Скоро уже буду вытаскивать красавчика. В 10 минут. Еще через 5 минут вытащим.